Воскресенье утро. Зашли мы в кафе, как оно называется? Seven Stern. Там штруделей не было. Нам нужен штрудель. Австрийский штрудель. Настоящий австрийский штрудель. Тесто у него настолько тонкое, что подложив бумагу. Видно текст. Ты вниз опусти. Покажи, что ничего нет. Это называется индукционные поля. Вау. Такую штуку можно дома сделать. Там 4 магнита по краям. Мощность не один. И как дорого будет сделать его дома? Она еще и светится. Магия. Ну там, где магнитные поля, там и электрические поля. Электромагнитные? Да. Да. Ну, мы за штрудели, короче. За штруделем? Да. Вон там штрудель бежит. Ай, стоп, нет. Да, штрудель. У меня 2 гигабайта осталось. Вот, возможно. Тоже от 7 Stern. Длинное название он назвал. Да, 7 Stern Constitution. Я снялся со статуей, да? Такой же задумчивый был, да? Почти. Thank you.
Великой Ратуши. Здесь иногда показывают фильмы бесплатно. На большом полотне. Зрительные места. Стоятки на афишу. И когда какое кино будет. Иногда раз в 4 дня. Иногда раз в 3 дня показывают. Мы у того самого университета, куда Рамиль хочет поступить. Шикарно. Только вовнутрь не попасть. Вот только вот он в воскресенье оказался закрытым. Но, как пишет табло, в 11:30 будет какой-то гид тур в 11:30. Как оцениваешь свои шансы? Если я буду хорошо над собой работать, то будет выше. Оптимистичные прогнозы. Рамиль, этот парк как называется? Этот парк называется парк Зигмунда Фрейда. Его назвали в честь того самого великого Зигмунда Фрейда. Потому что он любил здесь гулять. В честь него здесь поставили такие терапевтические стульчики, которые вы видите. Терапевтические лежаки. Их каждое утро привозят, а вечером увозят. Привозят 100 штук. И каждый может спокойно полежать, отдохнуть, насладиться видами. А впереди нас церковь Вотефикихе. Угу. Thank you.
Мы опять в местном ресторане. Кушаем штрудель венский. Очень вкусно, мороженое. Шоколад. Супер. Мы здесь центр, вокруг да около обошли. Сейчас выходим на улицу, опять для нас что-то новое увидели. Вена не перестает удивлять своим разнообразием. Мы сейчас пришли на площадь Стефан-Плац и собор Стефан-Плаца. Sondern mal für etwas sind. Und genau das wollen wir zeigen, dass wir für die europäische Idee stehen. Es stimmt zwar, dass die EU verbessert werden muss. Das ist natürlich jedem selber überlassen, was man davon halten mag. Konkretes Demokratiedefizit, sagen manche, ist bestimmt nicht. Das ist bestimmt. Das heißt, nicht nur hier da, um irgendwie für die EU Werbung zu machen, sondern. Поели местных сосисок, венских знаменитых, в одной из кафе. Очень вкусные. Жирные. Сейчас прогуливаемся по гражданке. Слушаем аудитики.
Рамиль, смотри, нас все фоткают. Сделай спину прямо. Нас очень много людей фотографируют. Почему? Странно. Странно, вообще непонятно. Целая площадь стоит, нас фотографируют. Чему примечательно с тобой? Не знаю. Ты знаешь? Может, потому что мы россияне. Не знаю, давай попробуем уйти отсюда. Собачи. Очень странно все это. Странные люди. Обычно людей фоткают, да? Странно, очень непонятно. Ладно, пойдем дальше. Go. Из швейцарского дворика справа находится небольшой фонтан в виде чаши. Стиль барокко сохранился с 1725 года. Выразительные скульптурные группы из пещеры, созданные Лоренцо Матеями, изображают падение Сегодня 13 число, воскресенье. Мы думали, что приобретем еду, как всегда, в магазинах Спар или Билла. Но оказывается, в Европе они по воскресеньям отдыхают. В итоге мы питаемся местной кухней. Местной кухней питаемся. Да, вкусно. €10 отдаем за одно питание. Ну, пока что не отдали, мы сосиску поели и штрудель. Да, ну это очень вкусно. Да. А так, в запасе у нас есть еще вода, печеньки. Но мы хотели купить дорогое молоко, вкусное местное. Но, увы. Увы. Дорогу можно будет взять завтра. Дорогу, да, выпить до аэропорта. Итак, Рамиль, пойдем погуляем в парке. Пошли. Пойдем в лабиринт. Надеюсь, мы там не заблудимся. О, круги на полях.
сейчас познакомились с двумя девушками, София и Милена. Они из Аргентины, любят фотографироваться, мы им помогли в этом, сделали. Рамиль сделал отличную, фоточку в прыжке. Нет, я фотографировал, а ты был моделью. А, моделью, да. Я отлично заработал моделью, а девушки отлично... сказали perfect. Да, а я отлично зафотографировал. Но девушке в этом не помогло, так как она не очень прыгала красиво. Но фоточку мы ей отправим. E-mail она оставила. Вот так забавно получается.